Ну что, приветствую вас, дорогие зрители. Я бы сегодня хотел буквально 1-2 минутки уделить вот такому вопросу. Значит, сейчас у меня заканчивается аукцион. Я бы хотел обратить внимание, какая разница между сайтами аукцион и мешок. Вот небольшая. Как они продаются? Хорошо, плохо? Вот смотрите, вот собственно, здесь я делаю небольшие некоторые репосты, здесь у меня даже видно, ну я отправляю друзьям, они и администраторам групп, они делают репосты. Итак, вот смотрим, вот на моей основной страничке на сайте Мешок мы видим здесь продалось, просмотров здесь у нас в конечном итоге 15 и продалось за 682 этот лот. Так, ну вот этот лот на аукционе, здесь получилось у нас просмотров чуть-чуть побольше, 75 просмотров, то есть смотрите разницу, 15 просмотров и 75, и цена, видите, 950 рублей, то есть намного-намного выше. С этой информацией я и хотел с вами поделиться. В принципе, на сегодня это все. Это единственное, что я хотел сказать. Если вы только начинаете торговать там сувенирами, банкнотами, монетами, на каком сайте лучше торговать? Ну все. Не буду отнимать время. Пока.